Всем привет снова. Снова я нарисовался. Короче, сейчас ехал на работу. Ну и кое-что на улице увидел, стоит. Подошел, значит, посмотрел в одном месте. И потом ехал еще в другом месте. Подошел, посмотрел. Ну, кое-что взял. Сейчас, значит, расскажу и покажу кое-что. Как выглядит это. Короче, посмотрим, зря взял или нет, потому что неизвестно, работает или нет, но в любом случае это в принципе пойдет кое-что, если не работает кое-что или частично поломано, допустим, частично не работает, пойдет в мою секретную комнату для дальнейшего сбора. Значит, хочу сразу показать. Вот фонарик, который прошлый раз я нашел, не прошлый, позапрошлый раз взял с собой. Вот, ну, в общем, я поставил в него батареи, и, значит, вот он, ну, вот он сейчас, контакт у него плохой, но вообще, сейчас вот, если раскрутить его, вот здесь мне не нравится его контакт. Значит, контакты надо почистить и, наверное, немножко батареи сделать, чтобы они стояли надежно, ну, как бы замотать чем-то или что ли. Потому что контакт слабенький, он моргает. Вот в данный момент вот контакт хороший, он не моргает. И вот обратите внимание, светит. Светит он убойно. Короче, он, я не знаю, ну метров на 50 он бьет хорошо. Вот. Этот, я посмотрел в eBay, такой фонарик. Называется Phoenix LD 40. Короче, стоит 68 евро. Вот, я, конечно, сам обалдел. Ну, в общем, хороший фонарик оставил его себе. Вот, ну, а мы сейчас перейдем непосредственно к проверке этого прибора. Я вот тут притащил CD-шку на всякий случай. Это я ехал на работу сегодня, значит, по пути. И сейчас я видео снимаю с работы, поэтому у меня тут не все есть, что мне нужно для проверки. Конкретно у меня нет наушников или колонок. Ну, колонки есть, но я не хочу их тащить. Значит, что у нас здесь? Здесь у нас вот этот шарп. Вот такой уже стоит один у меня. И еще такой же, значит, ну вот он, значит. Вот так он включается. Значит, сейчас он показывает CD глосы. Попробуем открыть. Ага. Вот как раз CD у него не идет. Вот я пытаюсь вот так вот только открыть. Значит, здесь у нас дископриемник на 3 диска. Вот, но я так понимаю, что он как раз таки не работает, потому что я нажимаю, ничего не происходит, поэтому вот так вот его. Что у нас, кассеты здесь. Сейчас мы переключим на кассеты. Где у нас тут переключается? Не вижу где. Вот кассеты у нас, значит, и включить. Вот слышу, какой-то звук пошел, мотает кассета, то есть я звук включил, а вот какая из них кассета мотает, непонятно. Здесь нет. А, вот это мотает, потому что они открываются. Значит, сейчас я нажму
стоп, и она должна открыться, да, вот это мотало. В принципе, там выглядит неплохо все, я думаю, что кассета работает. Ну и тюнинг радио включаем, да, радио тоже. Я думаю, что, в принципе, с этим прибором понятно. У него кассета работает, радио работает, не работает у него плеер, вот. Возможно, его из-за этого выкинули. Возможно, выкинули. Я уже находил таких не один. Их выкидывают и с рабочими плеерами, потому что, ну, скажем так, людям не надо выкидывать. Вот, сейчас сразу попробую включить другой. Тут у меня еще есть кассетник. Кстати, неплохой двухкассетный вот такой вот магнитофончик. Но он не магнитофончик, а как приставка идет. И он у нас от фирмы Onkyo. Onkyo. Это модель у нас TARV-2012. Сейчас я его включу. У меня жаль, кассеты нету с собой. Поэтому ничего не могу проверить. Но вот он загорается. Вот, кстати, он загорелся и потух, да? А почему? Непонятно. Вот, нет, вот по... Включил я ему, значит, электричество, пава. И, в принципе, да, он показывает, что он работает. Давайте мы включим, попробуем. Вот эти два, этот и этот, это тоже Onkyo. Это у нас тюнер Onkyo. Интересно то, что у них они выглядят как новые, да, ну то есть немножко тут, конечно, пыль, а так ни царапин у них ничего нет. И вот самое интересное, еще пленка осталась. Вот пленку вот так вот можно ободрать здесь и можно вот так вот снять с кассетников. Кассетный дек тоже. Сейчас я попробую немножко. Туговато идет, может здесь лучше. Вот она. Вот тоже еще пленочка осталась. Короче, он совершенно, совершенно новый. Вот. Ну что у нас здесь? Здесь у нас тоже выглядит неплохо, немножко запыленно. Вот и здесь. Это кассетник, который, ну он неплохой. Я видел такие уже. Он крутит в одну сторону, он крутит в другую. У него многие функции. И, короче, вот для тех, кто еще пользуется кассетами, это неплохой аппарат. Вот. Хочу я все-таки эту пленку оторвать. Она тут вид портит. Но это не так просто. Походу, люди, которые покупали этот, они не знали, что здесь пленка есть. А может, знали, но не стали ее снимать. Ладно, что-то она как-то снимается очень плохо. Ладно, не буду его трогать. Вот, жаль, у меня нет кассеты. Проверить его уже конкретно. Но я думаю, раз он показывает, раз он... ну так он не будет, конечно, работать без кассеты. Это такой... магнитофончик, который без кассеты крутить просто так не будет, как вот этот. Уже немножко посложнее все. Вот, включаю нижний. Вот этот DVD-плеер. Я вот вижу, видно его, видно, да? Сейчас вот включаю я его. Вот. Включаем ему пава. Все, он тоже загорается. Тоже, значит, все работает. Вот это и это от одной фирмы, и они были в одном и том же месте, ну вот это в принципе тоже. Вот, тюнер, тюнер неплохой, тюнер у нас от фирмы Onkyo модель T4021. Вот, в принципе, значит, как вот это вот, сюда еще должен быть усилитель, но его не выкинули. Наверное, пожалели и оставили себе. Вот, что у нас? Дальше у нас вот такой CD-плеер, CD-плеер. Denon, или Denon.
кто как называет. Вот, там нужно у меня кабель переключить, у него кабеля нету с собой. Кабель не был в комплекте, скажем. Вот, но у нас кабель подходит от вот этого шарпа. Я сейчас вытащу и поставлю и проверим, что он скажет. Denon. Как раз для него я кассетку тоже взял. Вот. Denon у нас. Кстати, Denon неплохая, довольно-таки неплохая фирма вообще. Вот он работает, кстати, в смысле включается. Вот, сейчас CD-шка у меня такая исцарапанная вся, блин, убитая, как контрольная, блин. Короче, что, открываешь нам? Не открывается. Нет, подождите, сейчас. Я что включил-то? Дох, я включил открыть. А вот, открывается и закрывается. Открывается и закрывается. Остановись, вот, вот так. А теперь можешь закрываться. Короче, посмотрим, читает он диск или нет. Сейчас вот слышу, крутит. Да, прочитал он его, в принципе, нормально все. Сейчас включим ему play и посмотрим. Замечательно. Play идет, все нормально. Ну, короче, он тоже, я так понимаю, рабочий. Сейчас не могу конкретно проверить, потому что у меня нету сюда что воткнуть, конкретно наушников. Вот, ну и, естественно, ко всем этим приборам нужен еще усилитель, если проверять, допустим, на колонке. Вот, поэтому нет возможности сейчас. Вот, ну, в общем, вот так вот. Это я проезжал мимо одного населенного пункта по дороге на работу. Там сегодня как раз день, когда выкидывают... вот этот электромюль, электроприбор и так далее, выставляют на улицу. Вот. И как раз возле такого населенного пункта я проезжал. Ну, там поездить, покататься мне просто не было времени. И желания особого не было. Поэтому просто вот что увидел, то взял. Когда именно в моем населенном пункте, в моем городке будет... по-моему, это будет в четверг, будет вот этот день, когда люди будут выставлять все. Вот там я хочу покататься и немножко поснимать, показать вам. Вот, вот такие, вот такой табак я курю на работе. Это у нас табак от Pernal. Вот, здесь многие курят в Германии табак, не сигареты, а табак. Продаются вот такие вот, называются Blätchen. Ну, такие бумажки, они тоже из сигаретной бумаги сделаны. Вот, ну и крутишь самокрутки. Вот, вот такие самокрутки можно крутить и курить. Можно, фильтры специальные продаются. Короче, кто как любит. Вот, причем это не из-за того, что тут в Германии нечего курить или курить дорого. А некоторые люди, допустим, ну, они, им не нужны сигареты, они курят только вот, ну, они привыкли и это самое. Мне тоже не привыкать курить самокрутки вот такие, потому что было время, когда я тоже крутил их, блин. А теперь, ну, как бы на работе я стараюсь, как бы, покупать вот это, а дома я курю сигареты, потому что там крутить немножко табак этот, все это мусор и так далее. Вот. А вообще курить надо бросать. Не советую даже начинать, кто не начал. Вот. Ну, на этом у меня все. Заканчиваю. Сейчас все это отнесу куда надо. Кое-что в машину положу, кое-что поставлю в комнату, в секретную. Вот, значит, ставьте лайки, подписывайтесь. И до следующего видео. Всем удачи!